Красота, грация, легкость. В Химках на базе спортивной школы «Надежда» открылось отделение эстетической гимнастики. Его создали по инициативе директора, старшего тренера, мастера спорта Светланы Востриковой. Эстетическая гимнастика сочетает в себе элементы художественной гимнастики, танца и акробатики. Очень красивое направление, грациозное, которое сочетает в себе не просто набор элементов под музыку, а смысл единой композиции. Нужно слиться с музыкой, при этом иметь хорошую дыхалку, потому что довольно длительная композиция, и гибкость. Спортивная школа «Надежда» уже 16 лет взращивает юные таланты. Педагоги преподают чирспорт, акробатику, фитнес-аэробику. Всего здесь занимаются 400 человек. Эстетической гимнастикой 27 спортсменок. С открытием нового отделения школу поздравил лидер движения общественной поддержки Владимир Харитонов. Дети – это наше будущее. Очень приятно как смотреть, как они занимаются. И, конечно, хочу им пожелать дальнейших успехов, развития в этом направлении. И само слово «эстетика» говорит о том, что это красивый вид спорта, женский, нежный, мягкий. Поэтому удачи всем! Планы у нового отделения эстетической гимнастики амбициозные. В этом году подопечных отделения ждут турниры и показательные выступления, а в следующем – соревнования и большие спортивные победы. Андрей Липанов, Елена Тараненко, Дмитрий Бочаров. Новости Химки ТВ.